Доброе утро! С вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. Я являюсь председателем ТСЖ. В нашем доме в цокольном этаже организовали помещения, которыми пользуются юридические лица. Никаких документов на эти помещения нет, кроме разрешения администрации нашего района пользоваться ими, которое выдано давно. Сведений в реестре недвижимости на эти объекты нет, зато ресурсоснабжающие организации нам начисляют оплату с учетом площади этих помещений. Имеют ли право пользоваться сторонние организации этими помещениями на основании распоряжения администрации? Конечно, чтобы давать однозначный ответ, нужно увидеть распоряжение администрации. Однако в сложившейся практике общее имущество собственников недвижимости в многоквартирном доме не может эксплуатироваться без согласия этих собственников. Так как сведения в Росреестре отсутствуют об объектах, которые эксплуатируют сторонние организации, вероятнее всего, это общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме в силу закона. Следовательно, оптимальный вариант решения проблемы – это подать исковое заявление в суд об устранении препятствий в использовании помещений и истребовании их из чужого незаконного владения. Оплату коммунальных услуг, которые вы оплатили за площади, которые использовали сторонние организации, вы можете выставить в качестве убытков в этом же судебном разбирательстве. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране, с 10 утра до 7 вечера. Также вы можете посмотреть этот и другие мои ответы еще раз на сайте 1obl.ru. И хорошего вам дня!